Привет! Сегодня в этом видео я покажу кофемашину Крупс, знаете. Ну что, поехали. Первое — это кофе. Вы знаете, что обыкновенное. Просто 120 миллиметров. Что ли? Коня! Сюда иди! Кофе! Ну, короче, измените миллиметров. Классный. То есть приготовление. Что написано? Ваш кофе готов. А теперь проверять кофе. Ну что вы делаете? Несить? Спасибо. Спасибо. Стоп, ты кому еще? Папа. Один только делай. Вот это. Я, короче, куплю. А теперь? А у нас есть 100 миллиметров. Наверное, не знаю. Так. Все повсюду идет. Конечно, кофе делает Крупси. Написано, идет двойной цикл для приготовления кофе. Пожалуйста, подождите. Прямо действие приготовления кофе. Ваша двойная порция кофе готов. Двойной кофе, да? Ё-моё! Что я вот тебе пыль? Всё. Я всё за рогу жрать просила, но не останавливаю. Спасибо. А вас что, именно кормили там? Туда. Всем спасибо за приготовление кофе. Да. Ну что, на этом все, ребятки. Всем пока.